Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографией по возможности. Вот что я нашел о японском художнике направления укиё-э, который специализировался на картинах типа бидзинга, изображение красавиц, куэсай, эйсэн. В его лучшие работы входят портреты типа акуби-э, картина с большой головой, которые считаются образцами мастерства эпохи бунсэй, периода упадка жанра укиё-э. Он известен также под именем Икеда Эйсэн и подписывался так же, как и Пицу Ан. Родился в 1790 году в Токио. Раньше этот город назывался Эдо. Он написал много гравюр, сурьмано с лирическим или эротическим содержанием, а также цикл пейзажей 69 станций Кисокайдо, который он не довел до конца, но этот цикл закончил художник Хиросиге. Однако его самые известные работы – бидзинга, изображений красавиц, которые были более мирскими, чем в картинах ранних художников, и выражали чувствительность, что было мало представлено до него. В работах мастера можно увидеть зрелые чувства и эмоции. Эйсэн создал огромное количество юмористических и эротических гравюр, а также рисунки, на которых главными героями становятся дети. Он создал огромное количество портретов, в которых исследователи его творчество выделяет тенденцию к фиксированию моды того времени. В дополнение к производству значительного числа картин, точнее оттисков с гравюр, он издал биографии 47 ронинов и написал еще несколько книг, включая продолжение «История гравюр укиё-э» с биографиями художников. Написал также приложение с названием «Записки безымянного старца», где описал себе как развратного пьяницу и бывшего владельца борделя в Недзу, который сгорел дотла в 1830-е годы. Простота его гравюр особенно восхищала европейских художников. Большое впечатление они производили на французских импрессионистов. У Кисая Эйзена среди современников была репутация человека непостоянного. Качество его работ непостоянно, что, возможно, было вызвано не отсутствием таланта, а невнимательностью художника. Наибольшей известности в Европе Кейсай Эйзен добился благодаря работе «Куртизанка». Одним из величайших поклонников японской ксилографии был Винсент Ван Гог. В течение длительного периода он пытался подражать живописному искусству. Работы Кейсая появились в качестве иллюстрации в журнале, и Ван Гог скопировал их и перенес на холст увеличенной версии. Ну, так вкратце из переводной Википедии, из каких-то источников, которые я нашел в интернете, о японском художнике направления укиё-э, специализирующемся на картинах типа бидзинга, изображение красавиц, Кейсай Эйсэн. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего, до свидания.